Бегу вниз, Диман. Отлично. Ну они все толпой. Смотри, надо по последнему, Диман, по последнему. Окей, окей, сейчас дам заряда. По последнему дай. Давай, давай, давай. Не могу, видишь, не убил. Не успели. Слышишь, сейчас обойду, то жопа нам. Ищешь историческую группу с адекватными участниками? Вступай в Атлантический флот. Здесь тебя ждут дружеская компания, интересное общение, познавательные и увлекательные посты и многое другое. Заходи в нашу гавань по ссылке в описании. Всем привет, дорогие подписчики, зрители, гости канала. С вами Диман, также Жека Микс, Орхидея. Поздоровайтесь, пацаны. Всем привет, друзья. Всем привет. Также у нас есть здесь Forever Noob, который не играет, и Ремикс, который играет за сторону зомби. Поздоровайтесь тоже. Ха. Всем привет. Да, всем привет, друзья. What the fuck? Я первый раз? Так. Короче, да, друзья, первый раз Жека у нас на рубрике, уже столько выпусков вышло. И, кстати, последний выпуск вышел где-то месяц назад. Ни одного не смотрел, Диман, жопы клянусь. Два месяца. Ты сейчас поймешь, в чем суть, потому что все очень просто. На предыдущем, по-моему, набралось 1600 лайков, друзья, и, по-моему, 20 дизлайков. Поэтому я снимаю эту рубрику снова. В общем-то, смотри, суть очень проста. Мы, как трое выживших, то есть снайпер, ты у нас, получается, кто он? Штурмовик. Штурмовик, да, и доктор. То есть мы трое выживших, мы, короче, после перезахода респимся в разных местах, потом соединяемся и, короче, должны выжить, то есть уничтожить всех зомбаков. Кто доктор? И... Доктор у нас Орхидея, поэтому доктора нету. Что еще раз, я штурмовик, мы должны перегасить всех мамонтов, да? Да, они могут друг друга лекать и, короче, они нас быстро, они быстро высасывают, поэтому... Да, они нас тоже могут бить. Они нас убивают, мы же зомби, мы же зомби. Да. Да, поэтому нам нужно было краску одеть. Ты же что, а то есть они нас, они же нас по всей карте будут загонят в угол и хана. Нет, там мы будем по одному отстреливать, поэтому... Да все изи, нормально, не переживай, это вообще охеренная рубрика. Ни разу не видел, давай, братан, хочу тебя. Давай, берегу, сразу берегу, короче. А, Ремикс, напиши, пускай Дело это сделает, и все. Перего? Ну все, давайте. Все, я зашел, короче. Кстати, неплохая рубрика, чувствую, на свой канал надо будет подсосать. Угу. Ага, ага. А кто перезаходит? Мы только? Да все, да, заходи. Да ты поймешь, сейчас тянешься, подожди, это только первый раз. Короче, смотрите, я за домиком возле нашей базы, возле, ну, на противоположной от флага. О, Микс, что, все, уже можно? Да. А нам как Как нам сообща действовать, я не понимаю. Смотри, мы тебя видим, в принципе, мы наверху, едь наверх. Мне надо их гасить просто, да, или что? Да. Как только ты одного убиваешь, он выходит. Один. Блин, у вас очень, знаете что? У вас здесь кемперские позиции с высока. Добивай. Отлично, вышел. Все, я вышел, короче, красавчик. Микс, не ехал так. В смысле, Эзе? Да смотри, они сейчас заканчиваются, а потом будет высасываться по одному. Ай, сосуд. Эти сюда хомуты. Чили его. Они идут. А ты как думал, блин? Парни. Спальмон, я тебе говорю, спальмон, надо по одному, надо по одному. Ой, Орхидея, иди сюда. Парни, вот этого, смотри, иди сюда, вот этого тылового гаси. Понял, да? Да. Я его, короче, сейчас обойду, Диман. Будьте здесь, я обойду с другой стороны, ты пока в него стреляй. Ты не обойдешь, там тоже много зомбаков. Тут вообще никого нет. А, да? Кросс. Я его, короче, тут держу, давай сзади, обходи просто. Братан, меня сосут. Ну, я тебе говорил, там много зомбаков. Давай по талам. Вам хана, ребят. Ну, тут же нереально, Да тут реально, главное, нужно... Пошлите, мы на вас, пошлите, с другой стороны объедем. Вот минус один, все, отлично. Слышите, с другой чистой стороны объедем, потому что они же не ожидают... Вот этого скелетонкиста гаси. Нет, лечите, иди. Кросс. Минус два. Сразу же. Капец. Ты понял, короче, смысл? То есть Диман. по одному выстреливаем, так вытаскиваем их. Смотри, если они вместе, то там надо, ну, чтобы... Пошли обходить, они там ныкаются, остальные, пошли сюда. Да? Ну, кросс, погнали. Смотри, знаешь, где один ныкается, из них сейчас скажу. Ты думаешь, здесь где-то? Кстати, они, да, могут ныкаться по тылам, короче, просто в тылах был один, вон там в углу, я видел его. Они просто, короче, ждут, пока мы подъедем, потом бах, мы приезжаем, и они высасывают такие. Вон, красный, слышь, вон, тихо. Где, на базе? Да. Смотри, Микс, я ему сейчас даю плюху. А, вот там есть у него. Ну пошли, короче, загасим. Гаси его. Сейчас я даю плюху и сразу загасишь его. Красного? Да. Смотри, давай. Во, кросс. Доктор. Отходите. Диман, они здесь, они за вами. Доктор сейчас... Меня сняли. Отсасывай хп себе, отсасывай. Ты что, не умеешь, что ли? Ладно, поехали, пока тут очень... Диман, опасно. гаси, Диман. Я так, осторожно, потому что я понимаю, я уже, блин, не первую рубрику играю. Во, красавчик, отсасывай. Уезжай. Ой, красавчик, вот доктор... Какого убиваем, ребят? Желтый, видишь, там желтый вдалеке, он того можно загасить, я ему уже накидал так неплохо. Какого желтого? Который вдалеке, давай с другой стороны буду поджимать, и стреляй по тыловым. Да, хорошо. Стреляешь по тыловым, Диман?
Да, я стреляю вон. Какой нулевый? Синий Грома Хорнет. Но его лекают, они все. Я уваливаю, Микс, я надо валить. Меня сосут. Уходи, 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 уходи. А, все. Не, нормально, нормально, доктор. Я одного убил. Кросс, уходи. Я главное, убежал. Главное, не сдохни. Если ты сдохнешь, я вообще ничего не сделаю. Смотри, доктор, ты мне говори, если кто-то будет откуда приезжать, потому что я смотрю только за теми, кто за нами. Я на красном флаге сейчас, где они там? Я сейчас тылов. Диман, стреляй, я буду тыловых. Я стреляю, стреляю, стреляю. Кого я поддерживаю по центру тут. Отсасывай хп, отсасывай. Уходи, Орхидея, уходи, уходи. Диман, стреляй вот по заднему, видишь, который... Вижу. Сейчас дам его. Сейчас ему дам одну. Дал ему. Они его вылечат. Смотри, вот синий, одиночка, вот он. Где? Вот, где? Абрамс. Вон, как тебе сказать, вот этот, фиолетовый даже. Ну, да, блин, ладно, не успей, Микс, тебя окружают, уходи оттуда, уходи. Микс, живи. Ёпта. Доктор, нужно встретиться, нужно обойтись. Меня слили. Хана. Его слили, Диман? Да. У меня мало хп. У меня тоже, кстати. Давай, короче, по-осторожному, слышишь? Не вот надо, этого гасим, Диман, цветастого петушка. Вижу, да его залекают. Слышишь? Что делать я буду? Да надо, короче, выжидать. Орхидея, тебе уже нельзя. Сзади. Уйди. Диман, надо его убить. Мы убьем его, по-любому. Добивай. И уходи. Вот этого давай, смотри, он одиночка тоже. Давай. Ай-яй-яй. Я ничего, вон там одиночка, видишь? Оп, по дальнему. Надо, знаешь, как... А, подожди, Орхидея, выйди, а то я тебе уже испугался. Я попробую через тылов, гаси да, его. Да, я, короче, гашу, и ты такое заезжаешь, невзначай. Орхидея, просто выйди сейчас. Сколько их осталось? 5, да? Диман, гаси по тыловому. Выйди. Хорош. Кросс. Я ухожу, Микс, потому что меня пожимают. Ты уваливай сам, я уваливаю тоже в другую сторону. Я на одну сосульку, и все, меня вынесут сразу же. У меня тоже вообще нулевый. Еще минус один. Давайте, четверо их осталось. Да, Диман, сделаем давай, сейчас. Стреляй по тыловому, я сзади обхожу, они не видят, слышишь? Стреляй по этому, мастерам паркура. По мастерам паркура стреляй. По мастерам, он сзади всех, давай. Гаси, вот он. Вот этот битый, неизвестный. Микс, ну блин, я даже не знаю. Слышь, они ко мне поднимают сейчас. Я буду сверху, Диман, я буду сверху. Я оттягивать буду, окей. Давай, стреляй. Они здесь, по мастерам паркура стреляй. Не попал. Ну, да не попал я. Сзади меня нет? Нет. Нет, их четверо, они все здесь. Да я ухожу. Да я не могу попасть, потому что там аж... Там нельзя так делать. Ну, неаккуратно, то есть. Смотри, вот это, под последнему. Давай. Еще одну сейчас ему. Ёпта, у меня заряда нету. А его я не лекают. Сколько могу. Его они не лекают. Сверху, Диман. Я ему даю. Нам нужно просто выждать их, пока они ошибутся. Если будет ошибка, мы побежим. Ну, один прыгнул вниз, Диман. Отлично. Ну они все толпой. Смотри, надо по последнему, Диман, по последнему. Окей, сейчас дам заряда. По последнему дай. Давай. Не могу, видишь, не убил. Не успели. Слышь, если сейчас обойду, то жопа нам. Надо уходить. Уходишь? Они за мной. Да, я ушел. Уходи. По последнему заряжай. Да, я не могу. Но если он приедет к тебе, я ему заряжу сейчас. По нему точнее. К тебе едет кто? Они все на центре, видишь, да, ну едут потихоньку, они плетутся потихоньку. Не знаю, как отхватывать их по одному. Вот именно, вот если они прочухали эту фишку просто. То есть как бы правило мне запрещено. Надо, знаешь, короче, вместе. Диман, ну по последнему, стреляй. По цветастому стреляй, Диман, по цветастому последний, который. Дал. Хорош, смотри. Уйди, главное. Ох, как повезло, я только что... Уходи, главное, уйди просто, если ты сейчас сдохнешь, я вообще ничего не сделаю. Нормально, стреляй, Диман. Я стреляю по нему. Ну его лекают вдвоем, да ты... Ну это надо было раньше, это я тупанул немножко. Они опять за мной едут. Стреляй по тыловым. Окей. Вон, видишь, вот этот зеленый? И про него вообще никто не смотрит. Да, еще раз по нему стрельни. Нету. По переднему, может? Ну давай. Даю. Ну а что их толку, они вдвоем лекают. Надо как-то их растягивать. Мы как раз с двух сторон, давай. Вот. Гаси еще раз по этому. Сейчас. Главное, у тебя есть заряды? Сейчас нету. Подожди. Я даю. Давайте снесите здесь четверых, блин. Ты думаешь, так легко? Кстати, в предыдущей серии мы быстро сливались или же уничтожали, да, вот всех. Именно. А это прям вообще затяжная какая-то. Они уже что-то скилловые очень. Микс, надо... Слышь, надо, короче, это... Дождаться кого-то. Слышь, он неизвестный есть здесь. Ты можешь объехать сейчас? Объезжаю. По флагоносцу давай. По флагоносцу, ну Диман, блин, ты чё? Ну ты мог сразу сказать. Меня слили. Флагоносец остался один, Диман, ну. Ух ты.
Я в него 3 выстрела высадил, ты бы его убил. Я про, вообще по-другому смотрел. Ну все, тебе хана, да? Да я думаю, да, я ничего уже не сделаю сам, тем более. Да ну не по-человечески, все, я понял. Теперь я понял, как это играть. А что, еще один раунд будет, не? Да, потому что меня уже слили. А, изи просто, да. Все, все, я все понял. Ну, это нормально, я для первого раза так сказал. Ну что ж, друзья, первый раунд у нас закончился. Вот мы уже готовы ко второму. В принципе, все поняли. Поэтому ошибок таких больше допускать не будем. Более детальнее будем друг другу говорить, чудо как. Ну и в принципе. Орхидея, ты должен сейвиться жестко вообще. Я? А, орхидея? Орхидея, да, доктор вообще как-то слился. Ты если ездишь, то езди аккуратно. Если даже, короче, есть шанс там, не знаю. Диман, ну пока давай, по одному отлавливаем. Вот один слева. Дал? Не дал. Диман, давай еще раз по нему. Заряда нету. А, нет, ну ладно, ладно. Есть, Диман. Вот куда дал? По стой, видишь, дал, красный. Вижу. Одиночка. Я ему сейчас пропишу. Давай. Кросс. Nice. Хорош. Отлично. Слышишь? А, надо будет одиночек, пока они не в тиме, надо, короче, отсасывать у них по одному. Ну так да, они, ну они рассосались по тимам, так сказать, уже потихонечку. Надо, слышишь? Знаешь, я понял, какую фишку. Вот если бы был доктор, мы бы их уничтожили прям за изи. Доктор высасывает, мы добиваем. А, да, орхидея, смотри, одиночку выцепляем, ты присасываешься. Окей. Вот, центр, Диман, центр. А, вижу. Нет, там не один. Не, он там не найден. Главное, чтобы они там еще сверху к нам не перешли. Все, вот этого гаси, Диман. Даю. Ай-яй-яй-яй. Доктор, не лезь, ну тебя сейчас вдвоем высосут, и мы будем без доктора. Уходи. Ладно, все, тихо. Ай-яй-яй, застрял. Слышь, они все объезжаем. Там в шлахе был один. А по-любому. Там еще один. Нет, туда, уходим, сюда, отходим, главное отойти сейчас. Ой, что-то Зона, вообще видишь? Опасно. Изумруд на нулях будет сейчас. Я ему дам, наверное. Они сейчас нас с двух сторон будут обходить, Дима. Да, мы что-то... Да, изумруд на нулях, Микс, изумруд вон на нулях на центре. А, прям. Он одиночка? Я ему 2 дал. Иди нафиг. Трос. Ну нафиг, какого хрена за мной ехало двое? Микс, вот серый еще, видишь? Диман, да-да-да, серого заберем. Диман, серого заберем, я просто за ним. Я заберу сам, отстреливаю других. Серому хана. Кросс, давай, Микс, давай. Уходи, Микс, уходи, уходи, уходи. Доктора хорошо обходитесь. Зеленого видишь вот этого? Или вон цветастого, давай цветастого заберем. Давай. Вон, я ему дал. А, их там двое было. А ты про этого? Надо было вот этого, да-да-да. Ну сейчас дам я ему. Вот, кстати, это Тима, это Тима, добивай. Это Тима, которая была первый раз. Добивай. Микс, не высовывайся-то так. Орхидея? Кросс. Хорош. Орхидея, подлекай. Главное, тылы, смотрите, тылы, чтобы не зашли они. Изи. Наверху вон двое и поехали в тылах, я думаю там в тылах. Наверху, Диман, одиночка, вижу, орхидея. Вижу. А нет, не надо, не присасывай. Я там удал. Дальний. Они опять втроем, тихо. Ну, надо какого-то, трое, где-то одиночка есть. Пошлите по нашим тылым проедем. А они в тылах там, у них по-любому. Есть один, по-моему. Там ну, по-любому у нас в тылах что-то да, есть. Да, у нас по-любому будет, потому что они всегда так делают. Вроде так. Бы за нами нет хвоста, это радует. Так, вот здесь, стой. Есть Диман, что-то? Вот здесь один, сейчас буду на него спрыгивать, он один, слышишь? Я понял. Подо мной один, он реально один. Давай, гоу. Да чтобы он тебя не высосал. Ну зря ты спрыгнул. Давай, дай. Хорош. Иди вылови. Куда ты? Назад. Орхидея, ты хоть головой-то своей думай, когда прыгаешь. Блин, орхидея. Его и сзади его еще не один, знает. И сзади еще один. Прыгайте в дырку. В дырку прыгайте сейчас. Встал. Уходи, орхидея, сзади я. Ну уходи. Полечи. Орхидея, подлечи его и уходите. Все, уходите. Поехали. Поднимайтесь. Сюда. Несы, поехали. Ууу, ничего себе там прыжок совершил. Я зеленому дал. Орхидея, сейчас высосут же. Сосут. Микс, я зеленому даю. Я не... Оу, щит, класс. Блин, мне до кого-то высосать. Только вот здесь, Диман, цветастый просто одиночка. Цветастый, он один. Один. Диман, иди вижу. Сюда. Иди, соси. А, нет. Дал ему, я ему дал. Отлично. Я вынесу. Еще, у них минус, и как раз сколько остается. Сюда иди, орхидея, сосать. Слышишь? Я ему дал. Еще один минус. Этого добиваем. Да, гасим. Вот гасим. Это вот Диман. Ошибка, кстати, с минусом. Да. У них просто жесткая была. Аккуратненько, дай ему, Диман. Дать, он дал. Вообще нулевый. Дал, о, дал, все, дал, его дал, добивай. Кросс, где еще один? Последний остался, последний где-то. Ой, двое, двое. А, вот здесь он. Вот он. Оу, дружище. Отлично, отлично. Все, мы победили. Просто, друзья, вот это вот, наверное, самый лучший выпуск, который был за всю историю этой рубрики. В общем-то, да, давайте так, если наберется на этом видосе 1500 человек, я засниму еще раз эту же рубрику, и там придумаем, может быть, что-нибудь еще, может быть, больше зомбако, но, в общем-то, это было действительно очень эпично и очень интересно. Поэтому подписывайтесь на мой канал, на канал Жеки Микса, на канал Орхидеи, ставьте лайки и ждите следующей серии. Всем удачи, ребята, всем пока! Всем пока, друзья! Всем пока-пока! Пока!